Смотрите в пятницу в 18.15 на телеканале «Самаргиз» программу «О животных хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Три собаки ждут своих владельцев, ответственных и добрых. Десятая жизнь. Проект «Приюты добрые люди» для собак-спинальников, потерявших движение, но жаждущих жить. И гости в студии. Председатель Самарского областного отделения межрегионального движения «Будь человеком» Денис Морозов и адвокат Ирина Акулина. Тема «Верните надежду на жизнь асоциальным собакам». Обо всем этом смотрите в пятницу 28 июня в 18.15 в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС».